Всем привет, друзья! И здесь скучать нельзя. Вы на канале Эпонева. И сегодня я вам расскажу о том, что в Гренни могут добавить Story Mod. Если вам интереснее узнать поподробнее, тогда поехали! Если в игру Гренни добавят Story Mod, то он будет чем-то напоминать игру FIFA 19. Что я имею в виду? В режиме истории очень часто мы будем просто смотреть фильм. Однако периодически нам придется ходить и искать какие-нибудь предметы. Также примерно как и в FIFA перед нами будет стоять выбор. Допустим, либо мы остановим машину, либо мы проедем дальше. И из-за этого сюжет может чуть-чуть меняться. Примерный сюжет таков. Все будет начинаться у нас дома. Мы будем уезжать на какую-то важную деловую встречу, и в один прекрасный момент наша машина застрянет в лесу. Будет какая-то поломка, которую мы попытаемся устранить, и тем самым нам придется выйти из машины. Однако, когда мы выйдем из машины, нас встретит Слендерина. Нам придется побегать от нее по лесу, после чего мы найдем дом Гренни. После этого будет уже привычный нам всем геймплей. А если мы сумеем сбежать из дома бабки, то она погонится за нами по лесу, и мы окажемся на какой-нибудь новой, невероятно интересной локации. Вот, в общем, и все, что я хотела вам сегодня рассказать. Прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Ведь, честно говоря, я заболею на каникулах, и мне очень трудно снимать видео, поскольку горло очень сильно болит. Так что от вашего лайка мне станет гораздо лучше, и я быстрее пойду на поправку. Ну а с вами была Эпонева. Всем до новых встреч. Пока-пока, ребятки. Кстати, в описании куча всего интересного.